Друзья, вы вообще готовы к безумию? В общем, гонка у нас «Последний выживший». Спортивная знаете, классика. Что такое безумие? Вы знаете, что такое безумие? Значит, сейчас вы узнаете, что такое безумие. Я садитесь. Последним, вы шутите? Последним? Дед, я посередине. Где отчет? А где время? Поехали! Мы сегодня поедем вообще? Безумие начинается с того, что мы никуда не поедем. Разогрев. Дед, тут есть. Поехали! Спустя месяц. О, сразу поехали! Чуваки, ебаные! Лол, что за хрень? 30 секунд прошло, лол! Ты взорвался, Миша? А я горю, я горю, я горю! 30 секунд, я тоже горю! Бля, да пошли в жопу, я проехать не могу! Я не буду переспавниваться, я буду горячим ехать, надеюсь, покушаться. А почему все горят? Я кого-то взорвал еще. А почему все горят? Лол. Охренеть! 16 из 18, вы шутите? Я Мика, ты куда полетел? В космос? Да, в космос улетел! Вообще что-то потно как-то, ребята, не находите? Да, я 9 еду. Чувак, сходу он взорвался. Ни хрена тут что было? Ни хрена, я за тобой ехал, я это видел. На перекрестке. Это вообще жесть. Да кто мне? Обжорка ты! Я в цистерне. Обжорка, бля. Обжорка. Обжорка, ты че там творишь? Обжорка, ты че? Все врезаются друг в друга, и в меня тоже, я не исключение. Хазор, я чувствую сзади себя. Мискузи. Кто а сейчас, сейчас умирать будет? Кто умирать сейчас будет, ребята? Я не знаю. Я. Кто последний будет? Обжорка, ты последний? Нет, я 10-й. Я 17. Да, Дмитрий, пошел в пердак, сучка! Я 7-й стал! Вы чё, тварюки, сделали? Ну, вообще. А, так ты? Да. Кто какой, Саня, ты какой, Миха, вы какой? Вы какие вообще? Я 12-й, 13-й, уже 13-й. Я 6-й. Занесло всех. Хорош, вообще! Серебряный мудила, скрипнул. Ни хрена, я приехал! Я застрял! Да нафиг, хватит! Вот что за ублюдки, вот нельзя просто так взять и не толкаться. А почему чувак назад едет? Это слишком сложно просто взять и не толкаться. Это слишком сложно для их мега интеллекта. О, Миша, ты какой едешь? Иди нафиг. О, Миша, простите, извините, месье. Вы занимали мою позицию. Я чувака сейчас собью. Я врезался в него как в стол. Какого хера? Там чувак стоит, не врезайся в него. Блядки, хватит мне толкаться, утрепан. Они толкаются, да, они толкаются как... Жестко толкаются. Я 14 из 15. Сейчас, походу, обгоняй кого-то, тут их легко по факту... Я 7-й, ни хрена их не легко обогнать. Обрат, шел отсюда. Да пошли в жопу, стали тут, уроды. Я 13-й. Я знаю, Холора, я за тобой. Тут чувак стоит, не врезайтесь в него, если чё. Ублюдки, вы чё? Сбили, блин. В меня врезалось, я 9-й уже еду. Обзорка, прости, но мне нужно самому выживать. Выживай, блин, сильнейший. Вообще тут что-то как-то потно очень. Обзорка. Лор, у меня еще есть время. Если меня не собьют. Миша, ты там вообще 6-м или 7-м хорошо едется? Обзорка, прости. Меня сбили, блин, нахрен. Мне все время сбивали. Четвертый круг. Черт, чувак! Да ну бля, ну что вы такие жирные-то? Миша, меня разверни, а че ты, сучка? Из 13. Я 8-й из 13. За хитня тут лежит. Бля, как потно. Препятствие на дороге. Это препятствие реально закинул. Какого хрена я был 12 из 13? 13 из 13, какого хрена? Я 6 из 13. Читеры, блин, долбаные, телепортируются. Люди висят. Не врезайтесь в них! Миша полетел! Жестко вообще. Миша, сучара, бля, хомуха! Твою ж за ногу! Колесо, блядь, я прокушу енотом своим, понял? Я на это посмотрел. Будешь ляп колесом потом по дороге. 8 из 12, черт, я откатился на 2 строчки. Это я на... Я 11, вы серьезно? Ага. А Халдор у нас уже нет? Саня. Я тоже сдох. Смотри за мной тогда. Меня все врезались вообще. Эй, чел, аккуратненько. Я взорв... Кто? Вы видели, ребята? Вот вы видели, что сейчас было? Нет. Ребята, вот вы сейчас видели вообще это читерское ублюдство просто. Я ехал 11 из 12, я взорвался и проиграл. Какого хрена вопрос? Вы видели видео? Перемотайте, посмотрите. Обоссанцы тупые, я мог бы первым приехать. Ребят, ну это просто битва читеров на самом деле. Вообще, какого хрена, вы посмотрите, ехал нормально. Нет же, надо было сучки какой-то взорвать. Лапа у него, блядь, чесалась. Сука, пойди об наждачную бумагу, почешись жопой, паскуда, бля.
Вала, друзьяшки, сегодня мега эпичные гонки, а с вами Quantum Hacker Heldor, обзорка и Чипатун. Всем привет! Всем привет! Смотрите, смотрите, все на Сатурна. Впереди на Т-20 стоит. Это будет жесть, это будет потно. Сейчас, походу... Все стоят! Вот сучата! Как всегда, все стоят. А чекпоинт не берется! На дубле. Чего у вас там опять с чекпоинтом? Чекпоинт не берется, Данил! О, ладно, я вас жду тогда всех, если не берется. Как всегда. О, все, взялся, наконец-то. Нормально, поехали. Все, я поехал. Ребята, вот смотрите, если бы сейчас не подождал, это было бы нечестно. О, Миша второй едет. Телепортируется за мной. Я? Там чувак за Михой телепортируется, какая-то паскуда. Да, да пипец. Рано позже стоит, мудила, блин. Да кто на... Там что происходит? Пипец, что за хрень? Миша, ты какой едешь? Пипец, тут жесть творится. Бордовый. О, Миша второй за мной едет. Чё-то я не въехал. О, Миша уже третий едет. А вот и тот чувак. Миша, обзорка, давай нормально будем ехать. Давай, давай, давай. Я просто не знал, кто это. Обзорка, ты какой едешь? Я один. О, видимо, все у вас плохо. Все нормально. Все нормально. Так, тут а я еду первым, вообще никакой конкуренции, никого нету. Да конечно, блин, там чекпоинт. А я че виноват, что я сюда стоял, ждал вас? Я ты же в деревне, у тебя Василиком? А меня развернуло. О, рампа, ребята, тут на рампу надо заезжать. Готовьте ваши пуканы. Чувак, напусти. Знакомая трасса. Готовьте ваши пуканы, господа. Ой, бля. Прям с первого раза не прошел. Ой, бля, я сейчас не попаду. Вот там рампа, кстати, жесткая. Ой-ой-ой. Где эту рампу? Мы не проходили эту рампу. Она похожая. Знакомая, да. А так мы ее не играли еще. Я что-то взорвался. Блин, вообще чуть-чуть не поместился. А куда дальше ехать, лол? А там поворот не направо, налево надо ехать. Депортируются люди, лол. Да, что за обманы? Обманы людей не обманываются. А-а-а! Кто какой? Ну, нет, нифига там сколько рамп этих. Их там 5 штук. Лол, а куда ехать-то, налево что ли? О, я 3 прошел. Четвертая. Есть! О, чел! Да, детка! Все, хорош! Я второй? Вы серьезно? Я второй? Кто прошел? О, я не прошел рампу. Какого хрена? Кто прошел рампу уже? Вы серьезно? Я просто максимально быстро прошел рампу, я еду. Читаки. Кто это был? Кто это был? Читаки обоссанные. Обоссанные читаки. Да. Шатал. Сучка. Я не понимаю, что ты там делаешь? А, что летает, чувак? Ёшь короля. Машина твою зажигал. Аллах Акбар! Чё это было? Я еще раз я рампу пройду. Ладно, поеду вторым. Шишки с говном раскидывают. Шишки с говном? Пацаны, тут фьорды бьют, посмотрите, из земли фонтаны какие-то. Да-да-да, читак хорош. Да хоро меня карать. Телепортируется, сука. Я сейчас не могу брать. Потом. Я поехал, короче, на финиш, а то это ничем хорошим не закончится. Мне кажется, Миша, тебя плохо слышно, Роми. Игрища вот эти вот. Да, ебучий случай. И заплатил. Прям перед рампой, короче, телепортируется. Да-да-да. Да, чё за хрень-то там перед рампой, чувак? Да хорош. А зачем они стоят там, мне интересно. А я вот не понимаю, кто приехал, где первый человек вообще? Кто первым едет? Воу-воу-воу. Воу! Кто там смог? Пацаны, говорите на русском, я вас не понимаю. Нормально все, все понимают. Не знаю, как это точно позагнаться. Да ебать, меня толкают. Жесть. Выбей его в ответ. Ребята, кто едет первым? А Crazy Fit? Crazy Fit читер! Саня, помнишь? Саня, помнишь чувак, который телепортировался? Какого хрена? Знаешь, кто телепортируется? Crazy Fit, который телепортировался, он на первом месте. Читак, все. Его результат аннулируется. Space 0611, читак тоже. Достали вообще, блин, бомжи. Мое первое место, паскуда, блин. Куда ты уехал вообще? Мое первое место. Я еще, кстати, не прошел этого. Пипец, я. Че рампа тяжелая, лол. Возможно, ребята, это возможно. Я прошел ее уже. Да? Блять, я поверху еду. А где вообще финиш? Это не было возможно, чуваки. Но это не зимой, так что возможно. Данил по-любому специально я 3 раза проходил. Я почти доехал. О, здесь 2 круга, походу, ребята. Здесь что, 2 круга? Да. О, первая позиция! У меня еще есть возможность переехать первым. Ништяк, вот сейчас все будет. Пипец. Я еще первый раз не прошел. Так. Ёб твою мать, я прохожу. Ой, я за кем-то еду. А, нет же, сучка!
И все попроезжали, все проехали, кроме меня. Вот деньги падают. Так, копинщики. Пацаны, Хилдо, давай, геймплей, Саня. За деньгами повелся. Саня, уйди по-братски. Кто там? Чё за? Иди нахрен. Паскуда ты, Амиго, а не Амиго. Паскуда ты, Амиго. Ты вообще видел, как мы ехали по красоте? Да синий ублюдок, ну. О, Саня расчистил дорогу. Занесло на рампе. Нахерки я взял это Зенторно, блин. Да я на Зенторно еду. Я должен пройти сейчас, Я почти прошел, но нет, я перевернулся. Что за ублюдок, Думбри, ты меня помил. Вот, сука, Думбри, чтоб тебе. Вот этот чел тут пиздит, голосовой чат заебал. Так, что ты не выключишь его? Да я забываю постоянно. Давай, давай, да, сучка, хорош, прошел. Да, я въебался. Саня, читер, все. Да, конечно, я видео, я тут сам вообще-то еду, стараюсь. Читер. Ладно, там пипец дофига, что? Я не знаю, что я делаю. Что он? Проезжайте, давайте, она не такая уж сложная, можно как его пройти. Это вообще возможно, я не понимаю, блин. Да легко. Бля. А ты сам прошел? Да! Он прошел. Я прошел, тут стою. Сам добейся. Я прошел первый раз. Бля. Бипикаю. Обзорка прошел? Да. Дайте я проеду. Дайте я... Из-за меня пробка. Привет, Миша. Ладно, я поехал. Извините, ребят. Больше не буду. Вася! Дураки, кто там стоял на рампе? Хелдор, Вася, Хелдор, ты понял, ты Вася? Хелдор, Вася! Нет, я пойду эту рампу. Да она легкая. Я первый. Нажав на эту замечательную красную кнопку, вы подпишитесь на наш канал. Что же, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и добавляться в друзья ВКонтакте. Ссылка на мой контакт в описании. И еще предлагаю посмотреть топ-10 адовых глюков и угар в GTA 5. Да, и не забудь подписаться на мой инстаграм. Ссылка в описании.